Кем работает твой папа? В смысле? Кем работает твой папа? Он стоит и держит лампу. Штатив. Кем работает твой папа? Мой папа контролер, но не в автобусе. Он контролирует других людей. Что такое газопровод? Отталкиваясь от слова провод, это такой провод, по которому течет газ. А какого цвета газ? Бесцветного. А что сейчас у тебя на голове надето? Шлем победителя. Что ты можешь пожелать всем газовикам? Носить шлемы победителей. Рекомендуется в России.